Собери Головина. Французский клуб «Монако» посвятил мини-игру Александру Головину. Пользователям интернета предлагается собрать пазл из 9 частей с изображением полузащитника. Головин перешел в «Монако» из ЦСКА перед началом сезона 2018-19 за 30 миллионов евро. В составе «Монегасков» он провел 35 матчей, забил 4 гола и сделал 3 передачи. «Монако» по итогам сезона едва не вылетело в Лигу 2, спасшись лишь в последних турах. Сейчас Головин в составе сборной России готовится к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.